Так, всем привет, вы на канале TurboFlex, и сегодня мы будем играть в кастом код Dota 1x6, будем играть на пудвинге, на нашей белке, через орехи. Как работает эта легендарка? У вас орехи становятся вертикальной способностью, то есть вы не кидаете его или в пол, или в дерево, а у вас оно вот такое создает два дерева, направление вы выбираете вы сами. И в точке его применяется, вы создаете два дерева, снаряд орехов будет отскакивать только от этих деревьев и наносить урон своим, и наносить свой урон всем противникам, которые оказались на пути. По крипам работает 50% урона. Дальше, фиолетовые сферы. Каждое попадание ореха лишает противника 10% брони, эффект суммируется 5 раз. Длительность 2,5. То есть вы можете, кинув орехи, вы можете снизить 50% брони врагам на 2,5 секунды. То есть урон будет проходить, ну, колоссальный. Дальше. Орехи оглушают свою первую цель на 0,5 секунд. То есть вы можете сбить ТП, дать контроль, продлить контроль, например, ими и дать потом связку. То есть возможностей много. Когда противник выбирает вас целью заклинания или предмета, вы автоматически применяете на него орех. То есть у вас отлетает от вас орех. Вот, как только герой хочет на вас клацнуть, в него вылетает орех. Дальше, плюс 250 к дальности применения. После применения ваша дальность атаки увеличивается на 250 на 5 секунд. То есть, чтобы вы могли сдалека кастануть и еще с руки напихать врагу. Дальше, плюс 3 отскока. С шансом 20% можно нанести критический урон, равный 180. И плюс 1,5 секунд длительности замедления от ореха. Также замедлит скорость поворота цели на 70 секунд. Как выглядит ваш прокаст вообще глобально? А, еще не забывайте про то, что у вас орехи, точнее в орехи вкладывается... Все модификаторы атаки, то есть молнии, дизоль, скади, криты, все оно туда входит. То есть надо купить себе основной предмет, это глыбнир. Вы даете контроль, ставите два дерева, даете сетку, и герой умирает. Если не умирает, даете ульту. Все. Не забудьте поставить лайк, написать что-то хорошее в комментариях и подписаться на канал. Всем хорошего просмотра. Такой стиль. Я реально не представляю, как можно было не включить запись на той игре. Я так потел. Я верю. Надеюсь, МК не станет под меня. Ваш ход. Супер. А ты на Блэдсикере, да? Угу. Ну, пойду поджу. У меня два мага вокруг будет. Ну, на самом деле против них можно через Раптуру играть, только не умею играть через Раптуру. Ну да. О, это какой тихий. Это просто жесть, чувак. Играть игру на худвинге и играть. Так, я попробую через ульту. Ну, ты, по идее, даже меня можешь закрыть этой ультой. Да, это жестко. Тут еще крипы. Максимально неприятные. В смысле? Что за бред? Почему? Как я с топориками и с рейсбендом мне не хватило урона на крипа. Да, это жестко. Are you gonna be a problem?
Что у меня вообще есть по записи? Потом посмотрю. Не, это реально просто первый раз такое, чтобы я не включил запись гребаную. Какой-то сильно обидный первый раз, если честно. Зато этот раз будет еще лучше. Я басу тебя за то, что ты сделал на столке. Интересно, Пудж уже пошел ко мне или нет? Так, белочка. Это там белочка? Двигай давай. Стакнуть не успел. Ужас. Что-то пуш какой-то пассивный, знаешь. Не ходит с нулевой, это ж хорошо. Пусть лучше он будет пассивный, чем он с нулевой сейчас начнет душить всех. Ну, не знаю. Было бы интереснее, если бы он начал бы душить. То как-то скучно. Чё? Такой не нажал, блин. У меня уже сопротивление магии есть. А он, походу, через третий, слушай. Ну или опять же, этого просто нужно взял. Или он просто взял эту темку. А ты у нас, вижу, активный, да? Ну, если есть возможность, как бы, биться, почему бы и нет. Чисто овер прямо перед лесом забрал руну. Неприятно. Словил по голове. Your tower is under attack. Сооружения укреплены. Прям заметил. Добил или не добил? Или не добил? Так, Зевс через ульту. Хорошо. Чудесно. Ничего тут чудесного, я сейчас на 200 хп бегаю. Ну, а он по всей карте типа бьет? Да. Здесь через ульт, он пролетит, он типа ударит и может пролететь спокойно. А. Пуш через что? Пуш через третий.
А там есть какая-то анимация, типа, что он кастуется? Да, я походу умер. О, я тебя вижу. Нет, не умер. Порядок. Живее всех да, живых, надо первый затащить, третий взять в единичку. В пати Пуджи, кто и Огр? Пудж Огр? Это получается пати против пати против стримеров? Стримера против Зевса? Да. Получается, да. Что я делаю? Смена. Не, ну пуш, конечно, заигрался. Чуть. Ладно, мне надо фармить. Мне надо фармить, фармить, фармить. Расскажешь, друг? Приятно, неожиданно и приятно. Бежать, бежать, а мы вдаем. Я погиб. Так, а что у него дает этот скилл, когда вы становитесь целью заклинания, вы выполните молнию, которая замедляет обезмолвление. А, ну то есть резиста она не дает. Оно дает щит ему. У него, короче, там синяя сферка дает щит. Выпустите со стана. Отключение. Что-то рано. МК еще сдохну. Честно, это опять магический МК. Да. Чувак, прошлая игра повторяется, только не было Пуджа и не было Бладсикера. Была Квапа и кто был? ИСФ. Квапа и СФ, да. У меня МК сейчас 600 хп, мне интересно, у меня забьет или нет? У меня 1200, он под раптурой, под салом. Ну я так, на мужика, короче, снимать. Не забил. Проверяй. Чё у меня банан какой-то на базе валяется? Это от МК. А что это такое? Он их типа собирает. Ты вообще играешь в доту или нет? Я нет. Я играю пока в день. Не, вообще кайфово. Я теперь могу спокойно фармить очень долго и очень много. А, не в пати, это пуч сгорел или внул. Быстро. Челы сидят весь день, просто потеют. Тупо не идет. Весь день. Ну, типа, знаешь, когда уже просто долго играете, типа. Начинаешь пригорать. Есть такая тема. А мне интересно, если дед кастанет свою ульту и будет при этом под раптурой. Нет. Он типа становится как даунбрейкер вообще неуязвимым. И у тебя же, если ты превысишь какой-то там лимит, типа, если ты будешь стоять под раптурой, и ты превысишь какой-то лимит дальности, то ты не получишь урона.
Так, плюс 200. Ой, я говорю. Ну слушай, мне нравится пока. Пока 4-0 иду. Вообще на изи. Мне не нравится, что... А, он вернулся, пуш вернулся. Забегался, друг. Ух, вот это... Так, запись включена хоть? Да, все, запись. Чувак, я так потею. Ты себе просто не представляешь. Зевс пришел, короче, дал в меня ульт. Он, короче, он задоджил ультой мой прокаст. Потому что он вылет, может вылетать, типа с контроля. Надо матчлейер собирать. Так, а через что ты, кстати, играешь у нас? А, ты через ульт. А у тебя ульт аж чистый урон или какой? Да, чистый. Понятно. Пуш вообще будет выходить сегодня? Отключение. Будет, вышел. Не ко мне? Сооружения укреплены. Не ко мне. Таверну. Так, таверну. Так, о, пужерита вышел. Сука, крыса. Жесть, мне тут огр прям под базу ворды поставил. Круто ты придумал. А, это огр через стан. Да, да. Так. Видео похоже. Не, у Пуджа, конечно, вообще игра не пошла. Вообще. Так, все, я на... Да, друг, кому-нибудь другому расскажешь. Все, я на фул взял фиолки свои. Ну, вот это, конечно, крыс. Честно, чел на Зевсе. Ну, тип ливал. Может, он даже не ливал, может, он просто отключался. Так и бывает, типа. И ты берешь его, типа... По гейской стратке убиваешь. Одно дело там, как я, например, сейчас стоять ждать его. Пушки. Это нормально. Какие? Оба у меня.
вон от зарядки вот там. И вот твой второй. Дайте похилиться. Так, я за МК уже. Ай-яй-яй. Какое же замедление от ульта. Угу. Ну это типа, чтобы ты не выходил с него. Ну понятно. Чел просто... Да, пожалуйста, пуш ливня, я тебя прошу. Он сейчас просто... Сейчас фидит Зевса? Да, он просто фидит Зевса. А потом сгорит и ливнет. Да. Примерно так это и работает. Интересно, а как таким бладсикером дефать крипов? Вот это... Я не знаю, кстати, аганим, наверное, купить какой-то. Просаживаться по хп и умирать от них. Примерно так. Ой-ой-ой-ой, как я от крипов просел. Я хочу, наверное, сатаник сразу купить. Даже без критов. От меня. Сука. Ей. Ну да. Блин, гребаный Юла. Да просто сатаник взять, чтобы скидывать его хотя бы. Хотя бы что-то скидывать. Да, все-таки Зевс играется. И лучше же с Момом, слушай. С Момом он здесь? Он через третий. Ну, чисто Мом, Момчик. Казуальный. Ё-моё, я на 30 хп. Я умер. Он летит ко мне? Сооружения укреплены. Сосать. Ты бы это видел, чувак. Я на 30 хп, он мне ульту дал, я на 30 хп остался. А тебя он убил? Угу. Жёстко. Ух, вот это жёстко было. Вот это я подпотел. Так. А у меня на ульте есть талант, который лужу кровавую накидывает, и оно дамажит их. Блин, а я ульту ни разу на них нажимал. Я думал, почему мне так тяжело их дефать? Теперь понятно. Да. Да что за херня? Андрей, пожалуйста. Не, ну так же что? Пусть подписчики знают, что это ненормально. Что такое? Когда, ну, я просто прибегаю на агра, мне в лицо прилетает X4 мультикаст и все. Он бьет пуджа, он лоу хпшный, я разогнан на него бегу. Не успеваю нажать ни одной кнопки, мне два подряд X4, и я с 2500 хп просто сдыхаю. Найс, найс игра.
Согласен, игра отличная. Ой. Пожалуйста, типа просто ливни, но ну, я тебя прошу, ну, это невозможно. У тебя 8000 нетворса. О, МК просевший. Второй раз после боя. У меня тупо две перезарядки есть. Три перезарядки уже есть. Три перезарядки и предмет на шел в очко. На меня нет. А, это ты инициировал? Нормально. Нормально. Не надо, пожалуйста, давай без такой информации. Без такой информации. Так он подо мной. Ну, типа, я в этом. Умрёшь, нет? Сюда, дружочек. Сюда, дружочек, загулял. Да за шо? Да за шо? Так, шо мне еще себе взять? Блин, что такие крипы? У меня сейчас пауэр просто просядет. Да, ты ж хрен с дефаешь их, типа, ну, быстро. Что за деф? Я ульту кину на толстого сейчас. Лужу сейчас. И отодвинуть его. Так, что взять? Опять что так лагает? Это у тебя? Из-за того, что у тебя там оставлено? Думаю, да. Ну, я думаю, еще у пужа. Прикол в том, что если в меня дать Этериал, я все равно дам кучу урона. Потому что я просто кнопки нажму. Почему? Что ты за фигня? Что я в тебе первым дал, Этериал или ульт? Я не знаю, Этериал. Вот почему у меня только что не прилетел, не убил тип, я тоже не понял. Так, если вы находитесь далеко от дерева, обычные сферы дают больше улучшения. Что у меня за обычные сферы? Отличные у меня. Идеальные, сюда. Сюда. На мышу так подошел. Так. Ты иди ж ты. Я не смог к крипам подойти, я опять пропустил крипов под тавер. За зевса, блин. 13 секунд до глифа. Боже, если я сейчас проиграю из-за этого, это... Не надо. Не ори только. Я не ору. Я знаю, что ты сейчас начнешь. Сопротивление магии 6,3. Сюда, это какое уже? Это какое? Это третье сопротивление магии. 59% сопротивления магии, это только Мэтчслейер и... Инки. Белый сфера. Так. Какая тяжелая игра. Я просто первый раз играю на этом челе.
Саша, пожалуйста, не шелести. Шу тебя. Так, это просто какой-то трэш только что был. Я дрался с... Сука. Это чужой предмет? В смысле это чужой предмет? Ладно, чужой это чужой. Я не знаю. Я не хочу хекс покупать. Хекс это неинтересно. Как же лагает. Кто-то сказал, лоу хпшный чуть не умер? Ого, он на меня летит. Серьезно? Сооружения укреплены. Жестко. Жестко он придумал. Я думал, он на пуджа полетел. Найс прилетел, да. Да. Почему у меня дерево обезьяны тут? Что это? Это он прилетел. Да. МК до сих пор у меня сидит. Просто и Зевс, и МК. Не говори, пожалуйста, Андрей. Да, все. Так, давайте какие-нибудь классные. Классное отключение базы, давайте какое-то. Так. Ох. Нужно просто скушать сапог. Ух. Концентрация на максимум, чувак. Это просто игра на таких мелких мелочах была выиграна, ну почти выиграна. Я только шел его пушить. Правильно, что мне поправить надо? Чувак, вот это жестко, конечно. Зевс так быстро дефает крипов, или он пропускает? Скорее всего, не-не, у него типа если... Как это работает? Отталкивает всех врагов типа рядом с собой. Если ты находишь... Если враги рядом и крипы тоже типа лайновые, то он их просто отталкивает очень сильно. Так, кого теперь туда пушить, у меня вопрос. Зевс у меня украл килл.
Как он вовремя нажал это? Вижу, что... Чувак. Нейтральный крип, серьезно? Знаешь ты, сука, нейтральный крип. Да. Я видел, какая-то крыса. Что? Я начал жать ТП. И радиком зацепился кентавр и застанил меня. И меня Зевс добил. Тебе и надо. Не знаю почему, но почему бы и нет. Ладно, не знаю. Работает против вас всех гребаных магов. Нормально, я играю, еще убил. Не, Зевс это ужас, конечно. Он уже, конечно же, настакал плюс 150 к урону. Или плюс 300 к урону. Да, если бы он сейчас бы прилетел, бы, не знаю, кому угодно, он мог бы убить. Не, так. Не убил бы. Ну, меня бы мог бы, наверное. ПВП с кнопками он меня не убивает. Если без кнопок... Ну, под этих крипов, если бы он был... Но он не дефает быстрее нас. Так я рад, что я убил... Я, типа, загнобил всех со своей стороны. И мне никто не мешает. Что? Он на фул отхилился. Да. Это еще, один прикол. Если бы ты смотрел бы мои видео, ты бы это видел, да. Ну, прикинь, типа у типа есть что там... Что это за бред? Что? Подожди, дай я почитаю. Обеспечивает обзор на всех героев. В течение этого времени способность применить повторного героя, чтобы телепортироваться к нему. Вместе применения. Все противники получают 100% урона. Пользуемся полностью. Что? Сука. Все, БКБ. И мое все. Так, инсталлавка еще раз. Использование способности призывает облако, понятно. Он отхилился из-за того, что у него Бладстоун есть. Нету никакого секрета. Все, он просто нажал Бладстоун и инфу захилился, это бред. В смысле? Нет, так и работает. Так, и сколько у него урона с ульта? Ну, до хрена, у него стакается урон от ульта. Если он убивает, ультом, или прилетает и убивает, там, или кто-то умирает спустя 3 секунды, как он нажал ульт, или сколько там, или 5 секунд, то... Ты меня не слушаешь, да? Подожди, что? Да. Сегодня. Слушаю. Если он убивает, то он настакивает 15 или 30 урона ему, 15 вроде бы. И...
Я БКБ нажал. Нормально. А то я не впитал ульт Дюса. А, он настакивает урон. Настак, ну, если он настакал урон, то у него там еще... Если он настакал 10 раз, это предел. У него усиливаются все заклинания, урона заклинаний на 10%. И все. И там получается неплохая такая плюха. Плюс у него облако, которое он призывает, оно наносит в процентах от урона от ульта. Да. Да, согласен. Дефает он долго? Да, относительно да. Ну это сейчас игра затянется. Шок, я просто все белые сферы беру на урон. Да, вы в скобочках, я. Я не то, что учусь, я просто не понимаю, короче, как я проигрываю. Ну да, можно назвать это так. Саша идет на крысу меня убивать. Что-то слабовато на тексте, я ожидал от него большего. Я сейчас под крипами сдох. Придется баяться. Я вот не знаю, стоит ли оно того или нет. Эти крипы не сильно наносят урон. 20-я волна. Глиф есть. Я просто не успел использовать фастрес. Пол тавера потеряем. Нормально, могло быть хуже. Всегда может быть хуже, как говорится. Согласен. Философ. Все еще все с баями. А я убил хоть его, да, я его убил.
тоже какая-то под базой является. Блин, стрёмно выходить. Ух. Так, все, отвалите, блин. Гребаный Зевс меня забайтил на одну хрень. На то, что он поставил вард, я пошел его убивать, и в итоге я чуть не сдох. Нормально, я зато отхилил тавер полностью. Грифон в БС это очень легко дефтает. Очень легко. На удивление. Успокойся. Все нормально. Чисто похрен на него. Так, что купить? Надо шмотки выбить. С этими драками вообще забыл про то, что надо шмотки выбивать. О, нормально, руна пришла с задержкой в 4 секунды. Руна? О, да, руна. Чувак, я на такой концентрации сижу. Что за шо? Что за шо? За шо, отстаньте? Тупо вдвоем затимились против меня. Хотя, ну, челу на игре надо было тимиться со мной против Зевса. У Зевса там оставалось, ну, типа ему хп 300 оставил. Так, две волны до лича, и нас еще много. Все разошлись, но с мина. Я манал, пойду на базу. Какой-то шальной станчик прилетит. Зато у меня есть два апекса. И хреново туча денег. Так, сопротивление эффектом. Так, сейчас будет лич. Кому заруинить игру? Поднимайте руки. Так, и... Жесть, эта игра закончится или нет? Что он делает? Брат, ты чего? Никого он улетел?
Он назад полетел. Эти огр. А, ра тут нет. Нормально, я у кого-то пиратскую шляпу забрал. Но на файнал дуэли у него не получится, типа так отхилиться, классно, как сейчас. Ну понятно, он сейчас отхилился просто от всех. Второй лич. Интересно, убиваем или я бегу. Можно по идее вообще без проблем. Что он поставил сосульку? Странно, что Зевс не ультует. Угу. Под лича. А он ультовал уже в начале. А, я походу подожду. Блин, Зевс через болт, это жестко. У меня тут Зевс взял себе другую сферочку. Надо пойти закончить игра уже, мне кажется. Жать. А как я умер? От чего? Сооружения укреплены. А, ему лич ковыряет тавр. Ну лич так бодренько ковыряет. Успеть, 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 успеть. Ух, не успел. Your tower is under attack. Your tower.
Пука. Улучшение, улучшение, улучшение. Надо пойти сферу забрать. Ой. Какую сферу? Не знаю, какую сферу. Так, получить легендарку раньше, как думаешь, нормальная тема? Легендарку? Нормально, думаю. Да. Третью раньше, на 19-й. Ага. Что так можно? На 29-й выпадет, я тебе отвечаю. Зуб даешь? Педали ставишь? Так. Зуб дай. Ох, какой же пот, блин, как же много кнопок надо нажимать. Я устал играть в эту игру. Я, честно, я устал, я не получаю, ну, тупо ноль удовольствия от нее. Именно от этой катки? Да, именно от этой катки. Ну, мне не особо нравится герой, ну, типа, знаешь, как... Ну, ты ж рандомно. Да, мне хочется... А бессмал вливает в точки применения? Чего? Это где? А, фух, это с третьего. Надо на реминант не вставать. Просто надо не вставать на реминант. Короче, я покупаю нулифайер. Он хочет на байбеке кого-то развести. Я пачку крипов убил, и у меня остался один, и он меня ПВП чуть не голову не сломал, тупо один на один. Жестко. Что-то я так тяжко их гасил. И живые уроды. Я вообще не хотел тебя, но я не видел Зевса. Меня тут забагалась стрела моя. Я хотел Зевса, потому что мне с тобой проще драться, чем с Зевсом. А он идет меня пушить. А у меня чувак усиление базы. А давай ты пойдешь нафиг. У него тут тауэр каленый. А у тебя нет. Зевс, видишь, тоже понимает, что ему с тобой проще, чем... Точнее, наоборот, со мной проще, чем с тобой. Мне наоборот, мне проще с тобой. Потому что ты физер, а он у меня магия и просто... А как сделать так, что я выбрал курьера, а я не могу выбрать героя теперь? F1. Спасибо. Я тупо потеряю строение.
Он к тебе полетел. Не вижу. Иди сюда, курва. Крыса поганая. Я его убил. Порядок. Минус баич, челюсть боссик. Так у меня сейчас может быть минус лицо от крипа, у меня кнопок нет. О, как больно. Я просто пытаюсь убить пачку. Я просто пытаюсь жить. Просто жить. Чувак, у меня такая же тема. Я просто пытался, чтобы он всех крипов уже выпустил. Я их убил. Бегал, как не знаю, кто от них. От него. Ну, я очень тяжело пошло с их убийством. Прям. И этого, я его сейчас еле ковыряю. Я прям мега тяжело дефаю. Я тупо налипаю, покупаю, мне что заколебало это все. Пусть ты говно. С тобой я драться не хочу. И не надо. Мне с тобой нет желания драться, у меня есть в кармане два отключения базы. Две отключения базы. Сооружения укреплены. Умом. Я тупо руки за спину закинул и балдею сижу. Эх. Эх, какой ужас. Почему? Что ж ты... Я тебе пассивку да, отключил. Плохо нажал, да, не делал ни пассивки. Ну, в том порядке нажал кнопку. Так. Да, порядок. Ага, порядок. Чё в крысу подошёл по моей строте? Yes. Ну
Боже, как я плохо жму кнопки. Я всегда забываю, что мне второй надо повторно нажать, чтобы он завязался. Изи. Изи! Запись включена, стоять. Это тебе, короче, мы играли в колонизаторы, чел тупо банил мне кимпы мои, и это месть. Месть, которая заснята на видео, просто попуск. Вот так вот. Ты там занял попуск на белочке. Там нет не топ-4, там есть просто топ-1 и топ не один. Все. И вот мы были с ним в не один, потому что выиграла его жена. Благодаря мне, потому что я ей обменял два камня. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, утра, вечера. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать что-то хорошее в комментариях. Всем пока, Андрей, попрощайся со всеми. Всем пока, подписчики. Все, пока.